Украинскому журналисту Роману Сущенко грозит 20 лет тюрьмы в России. Об этом написал его адвокат Марк Фейгин в Твиттере. К Сущенко должны завтра прилететь жена и дочь на свидание. Завтра, накануне суда, который готовится выписать журналисту срок за сбор информации о вторжении России в Украину, написал Фейгин. Напомню, ФСБ России задержала украинского корреспондента 30 сентября 2016 года в Москве. Его обвинили в шпионаже в пользу украинской разведки. С того времени ему постоянно продлевали срок ареста.